кто-то не верил в то, что у меня есть такой керамбит. Вот я вам доказываю, что у меня есть. И всем привет, с вами я, Александр Сахаров. И в этом видеоролике мы играем в КВС Гоу. Мы играем сегодня с помощью наших ножей. Мы сегодня играем с помощью нашего керамбита дорогого нашего. Так, у меня керамбит, вот можно посмотреть мой керамбитик. А мой дорогой керамбит, да. Тащить на кейше с помощью кнайфов, это специальный сервер. Кнайф, в общем, для ножей специально сделан. Очень хороший, переделанная карта под кнайф, очень хорошо помогает. И сегодня мы будем тащить все-таки с этой хренью. Да. А, кстати, да. Что-то есть, да? Так. Так. Погнали, погнали, погнали. Чё, есть, чё, нету? Вот ты, дружок мой. Давай. Давай. Ну, всё. Пришла твоя минута, где тебе надо берёт команда. Все затащим. Так. Мы с ним здесь. Нет, я пойду туда. Сразу на А пойду. Так, надеюсь, здесь никого нету. Здесь правда никого нету. Это очень странно. Так. Проверяем, никого нету. Так. Окей. Так. Вот они, вот они. Вот они, смотрите. На тебе. На тебе. Ха, победил. Ну что ж, итак, это третий, последний раунд с нашим керамбитом. Я вам сегодня просто демонстрирую мой керамбитик. Кто-то не верил просто, что у меня есть такой керамбит. Вот я вам доказываю, что он на серверах. Это даже очень даже круто выглядит. Мне этот керамбит довольно-таки нравится, и я вам хочу просто показать, как вообще с ним правильно играть. Ведь это керамбит, и с ним надо еще научиться играть правильно. Так, идем за командой, да я думаю, здесь никого нету. Да, здесь никого нет, нашего здесь убили, так. Ладно. Че, никого вообще нету? Так, окей. Здесь чисто. Так, вот они. Давай. Давай. Так. Так. Минус два. Давай. Опа. Идеально. Пошлите дальше. Меня даже не ранили, что-то они друг друга поранили и пошли. Вот даже там не видно. Я вам доказываю. Так, ладно. Зачем я здесь делал не...